Резные фризы в виде маленьких арок и десятки ажурных орнаментов с элементами восходящего солнца, древа жизни и семейного гнезда. В историческом центре Самары открылся уникальный арт-объект из наличников «Снято». Все архитектурные детали восстановлены участниками проекта «Бережем наличники» и размещены на торце дома номер 192 по улице Чапаевской. В церемонии открытия арт-объекта приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Не бывает города без истории. Ну, не бывает. Какой бы он ни был. А у нас эта история потрясающая. У нас есть прекрасные наличники, у нас есть прекрасные деревянные зодчи, чтобы на этом примере учить наших с вами детей красоте, любви к городу, гармонии с городом. В создании инсталляции участвовали свыше 50 волонтеров. Несколько наличников я своими руками там шкурил. Если так вот по городу походить и внимательно посмотреть, то поймешь, что каждый объект в старом городе, он уникальный. Предшествовали открытию арт-объекта лекции и мастер-класса по реставрации в рамках проекта «Бережем наличники». Но курс истории на этом не закончен. На арт-объекте разместят QR-коды со ссылкой на ресурс о самарских наличниках с фотографиями, рассказами и маршрутами. Здесь будут QR-коды, здесь будет навигация, поэтому можно будет прийти сюда и ребенку с помощью гаджета увидеть ту жизнь, которая была у этого наличника или двери. Напомним, образовательный проект «Бережем наличники» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В Самаре его проводят при поддержке городской администрации. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.